Воскресный день. Мы терпеливо ждем, нетерпеливо жаждем отдыха в уюте. Кто в одиночку или же вдвоем, иной шагу не шагнет без юбки. А этот день Господним сразу наречен, святой субботой Бога Иеговы. Бог знает всех живых наперечет, при тихом веянии ветра их готовит. Воскресный день, воскресшая душой, на воскрешение других несут свои ресурсы. Для Бога все, и наступает шок. От страха себелюбцы жутко потрясутся. Дорога к храму пусть не зарастает, в субботу вечером проторена не раз. Поспать, привычка истинно мирская, себя такой нагрузкой тучной не украсть. И после общего у нас богослужения на благовестие Евангелия грузим. Отнекивался, пятясь, иной прежде сражения, такой на вечеру не рвется к Иисусу. Хотя бы мысленно с апостолами рядом, в воскресный день, на благовестие выйти. Заждавшиеся нам всегда безмерно рады, участникам впишись апостольских событий. Стучимся парами у запертых твердынь, к незнающим евангельского Иисуса Бога. Христос вас ждет, без устали твердим. Господь грядет, со спящих взыщет строго. В воскресный день рабы, ослы и сами, а дел обычных отползаем пятясь. Речь в Аллилуйю вознесем, в Оссанну, почтим субботу после скорби пятниц. Воскресный день для узников свобода, родными, близкими становимся для дальних. 6 дней свой храм, и мы к Христу подводим, а этот храм есть мы, восставшие скрижали. 24 августа 2009 года.